Was gut. Ja. Also wir würden gerne, dass Sie sich vorstellen. Сначала вы представитесь. Дом замерз, да? Да, замерзли. Genau, Leute, das gehört andersrum. Das hier sind da, wo die quasi, also das hier auf meiner Seite. Nach draußen soll er kurz rausgehen. На улицу. Я тебе скажу, Егор, давай. Окей? Возьми то, возьми то. Да. Не, потом будем с ним. Распустили класс. У меня на уроках они молчат, как рыбы. Но они не рыбы, они дети. Эти дети на себя недопустимы. У тебя интернет работает очень хорошо. Да. Йота, Йота. Йота. Кто говорил? Конфуций. Китайский мудрец. И что? Мы угодили как раз в эту эпоху. А дети им сложнее, они чувствуют тоньше. Если ты хочешь, то она может снимать для тебя. Окей. So, dass er nicht da hinschaust. Aber как хочешь, как и как хочешь. Nein, любой. Ah, okay. Uns alle zusammen. Es seid alle drauf. Gut. Okay. Ton ab. Камера. Расскажи, пожалуйста, еще о том человеку, который фотосинтезик, что он сказал. Да. Когда я начал все это узнавать про природу, я понял, что растения не могут создавать кислород из углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу. Тогда я начал искать в интернете и нашел такого человека, Игорь Галкин. Он... Извини, может, скажи, пожалуйста, твои фамилии, чтобы они не говорили, вот они хорошо для вас. И тоже в iPad выключить. Извини, пожалуйста. Это страшно. Окей, тонап, камера. То еще раз сначала, извини. Когда я начал все это узнавать про природу, изолятор каменного угля, ну там изолятор молнии, и тогда я понял, что растения не могут создавать кислород из углекислого газа. И тогда начал искать в интернете информацию и нашел человека Игорь Галкин. У него сайт «Записки снежного человека». И он людям уже около 20 лет говорил, что теория фотосинтеза – это ложная наука, что это неправильно. И в учебниках в школе говорят ложь. Поэтому он из Якутии? Нет, он живет в России. Точно не знаю, где живет. Потому что он пытается доказывать науке через интернет, а сам как бы не говорит, где он живет. А почему нет? Это опасно? Потому что у него много врагов среди академиков, среди ученых там. Потому что вся наша наука, она как бы на этом и стоит. Фундаментальная наука от его основателя, там, Джозеф Присли, да? И потом, когда я начал узнавать все, и мы с ним переписывались, говорили на эту тему много, потом я понял, именно как появляется кислород, ну, наш драгоценный кислород. Вот когда энергия падает, энергия молнии, на землю, где этот каменный уголь,
она распространяется по поверхности Земли, и везде, где есть растения, энергия вылетает. Вот где есть острые края, энергия вылетает. И вот здесь происходит свечение, ну вот ночью это свечение видно, и она создает озон. Создает озон, она набирается наверху, как бы озоновый слой набирается, а где это древесные угли, там замыкается и выходит водород. Водород поднимается наверх, и там над озоновым слоем собирается водородный слой. Когда от энергии Солнца водород набирает, ну как бы, тепловые нейтроны, она превращается в радиоактивный тритий и начинает испускать бета-электроны. Эти бета-электроны мы видим ночью как северное сияние, полярное сияние. И когда она испускает быстрые электроны, минусовые, озон разрушается. Разрушается, превращается в кислород. Кислород. Таким образом и появляется наш кислород. То есть, чтобы получить кислород, нам не нужно как бы ждать, когда растение сделает из него кислород. А нужно просто изолировать молнию и этим создавать много озона и водорода. Тогда кислород появится само собой. Понятно. А скажи, пожалуйста, еще, где мы находимся сейчас? Мы находимся в республике Саха-Якутия. Не-не-не, то мы знаем, то на Колыме, только что это за дом? А, это? Да-да. Ну, это частный дом Артемьева 3, где я построил дом. А печку ты сам... Печку я сам сделал. А кто тебя научил такой печку? Ну, этот старший брат научил печку делать. И, ну, и сам уже добавляю, как бы... Ну, он рассказывал теорию, а я уже все его теории воплотил в жизнь. Так у меня получилась новая печь, уникальная. Понятно. А я еще читал, что ты работал над таким... своим Findung. Открытие. А над таким открытием, что чтобы улечить людей с национализма, dass man Leute von Nationalismus heilt. Stimmt что das? Людей можно вылечить от национализма. В интернете где-то. Нет, наверное, от религии. Есть много религий, да? Есть буддизм, мусульманство, православие, католизм. И от нее выходит много направлений, которые называются секты или другие направления религии. Есть разные философии там. И все они строятся на двух основах, на двух основаниях. Первое – это когда человек умирает, человек попадает в рай. Ну, его душа попадает в рай. На этих основах держится вся религия. Все религии. Вот. А то, что рассказывает этот каменный уголь, ну, изоляция, там, создание атмосферы, условия жизни, бессмертие, это вечная жизнь, она как бы полностью отвергает то, что говорит Библия. Нет, то, что религия. То, что религия говорит о бессмертии души, ну там, когда человек умирает, душа уходит, да? А то, что я рассказываю, она говорит, что человек не может умереть, ну, чтобы он живет вечно, ну как бы в раю, в земном раю. На земле. На земле, здесь. Ну, в материальном мире. А ты нам сказал, что там в вашем лаборатории, что вы не хотели патент сделать, потому что патент в Библии. Да. И где это написано? Можешь нам прочитать? Это написано, первый стих, который я нашел, это находится в Псалме 104. Там говорится, что молнии, да? Молнии, и с помощью стрел Бог создает, ну как бы разделяет воды, чтобы
моря и океаны между собой не связывались. Все разделяет суша. Как мы видим, такого нету сейчас. А оказывается, раньше она была разделена. Ну, не было воды. То есть я как бы понял, что именно молнии и стрелы создают атмосферу из воды. Оказывается, стрелы, вот они. Вот, библейские стрелы. Там. Они вот здесь. И про эти стрелы в Библии написано в многих, ну, книгах. Не только в псалмах, но и там Аввакуме есть. И разных. Понятно. Was macht das, was macht Pelmeni? Das muss man rausholen. Ja, dann, okay, ей надо jetzt Pelmeni. А потом, как долго будет это эксперимент? А, можно сразу показать. Да, я думаю, что только им надо, wir drehen das gleich, oder? Dann, dann nehmt ihr schnell das Pelmeni. А у вас есть полотенце? Сделайте на Пельмени, а потом, es wäre gut, wenn du in der Zeit die Familie da aufnimmst. Überrascht die, mach Kamera an und die... Oh. Willst du making off? Dann ich mache das. Уже работает? А еще не было, она еще не готова. Возьмем. Да, вместе, давайте. О, прекрасно. Портрет. Смотрите в камеру, пожалуйста. Серьезно. Dorothea. Ich komme, weil du stehst da? Nee, ich nehme, stell dich neben Jürgen kurz und Serosno in Kamera. Er will. Okay. Das sind die kleine Videokamera, ne? Schauen wir. Oh. Seriös, ne? 3D. 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 2D. Одно D, второе D. Okay. Игор, давай еще тебя направо. Мама, ты гадла. А, там, окей. И вместе, пожалуйста, пожалуйста. О, так, прекрасно. Серьезно, Доротея. И в камеру. И супер. И раз, и теперь давайте. Да. Только один. Das passt bei ihm nicht ganz. Das ja. Okay. Ah, вот и наш оператор. Супер. Вау. Achtung auf das Wasser. Вау. Давай покажи твою семью. Егор. Альберт. Вместе. Альберт, давай к нам. Альберт Эйнштейн. И как все? Да, все. Все? О, прекрасно. Нет, сегодня никак не могу. С отчетом сижу. Ну хорошо. Да, давай попозже. Вот так, так, так. Окей. Хорошая камера. Kannst du ihm abnehmen? Себе такой же сделай. Да. Мы оставим тебя летом. Oder kann man ihm geben, im Prinzip, wie er spricht, aber...
oder? Da hört es, jetzt kann man selber reinsprechen und hört es dann okay. Durch. Ja. I możesz gawarić. Raz, raz. No i Ali, panie Jan. Nie, 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 nie. Albert Einstein. Słyszysz? Super, молодец. Und jetzt kannst du ihm vielleicht so von tun, dass er seine Stimme hört. Расскажи, что... Раз, два, или... Раз, два. Слышишь? Да. Это... Когда дует сильный ветер, хороший звук будет. А, окей. Это, да, обтекаем его. Вот поглощает звук. Чтобы этот ветром не было. Да, да. Окей. Кат, супер. Камера, я снимал все. Да. Прекрасно. Данкешен. Нормально. Устроительный мозг. Устроительный мозг. Чувствительно, да, да. Очень осторожно надо. Сейчас. Достаточно фильм для физики.